Трудно себе представить более мужественного, благородного и достойного праздника настоящих мужчин. Ученики общеобразовательной школы поселка Развилка отдали дань уважения всем поколениям российских воинов, мужественно защищавших родную землю от захватчиков. На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители администрации. Пускай над нашей землей будет мир, пускай в наших домах будет светло, уютно, пускай слышится детский смех. Пускай никогда матери не ждут своих сыновей с войны. Ребята подготовили музыкальные и танцевальные номера, а также тематические композиции на тему российского флага, страны, родины. Минуты молчания почтили память павших в боях за Отечество. На мероприятии чествовали тех, кто защищал, защищает и будет защищать нашу Родину, для кого честь, долг и верность отчизне – главные жизненные ориентиры. Российский военнослужащий, будущий защитник Отечества, он растет уже сегодня. Как только он переступает порог школы, вы видели, какие сегодня выступали совсем маленькие наши школьники, они здесь становятся настоящими гражданами страны. Александр Ковальчук, ветеран Великой Отечественной войны, несмотря на свои 92 года, с радостью принимает приглашение посетить школы и рассказать ребятам, какой была война и какие непростые времена были в истории нашей Родины. Надо рассказывать детям, вот, и чтобы они, если хотят мира, если хотят, чтобы над ними было мирное небо, надо крепить страну, крепить вооруженные силы и готовить хороших солдат. В России испокон веков уважают ратный труд. Величие и подвиг русского солдата незабываемы. Алексей Мельников, Алексей Руднев, Сергей Ларин. Видное ТВ.